Артисты театра, кино, телевидения пробуют себя в жанре шансон. Это «Три аккорда» на Первом канале. Давайте продолжать. Еще несколько лет назад фраза «Мне нравится слушать, как поет Бублик» могла привести вас к психотерапевту. Но с тех пор, как Михаил Бублик появился на нашей эстраде, он успел пройти путь от дерзкого дебютанта, участника первого сезона нашего шоу, до настоящей звезды. Сегодня его песни звучат из каждого радиоприемника. Одну из лучших исполнит для нас Глеб Матвейчук. Скажи мне, скажи нет, серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Прости, но я не смог, не сумел, не посмел. Скажи ты мне тогда, как будто не было мечты и не надо. Скажи мне, мне в ответ, серьезно, не поздно. Скажи мне, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Будь смелей, не жалей, скажи нет, мне скорей. Один раз навсегда, как будто не было у нас и не надо. Но дай ночь мне в дар ночь услады. Один раз навсегда, как будто не было измен и не надо. Скажи мне, скажи мне, вечно, навечно. Все реши в никуда, как будто не было души и не надо. Скажи мне. Серьезно, не поздно. Скажи нет, мне тогда, как будто не было любви и не надо. Скажи мне, скажи мне, разрушив мне душу, как бомба, торнадо, как будто не было меня и не надо. Как будто не было меня и не надо. Как будто не было меня. Глеб Матвейчук. Уважаемый член жюри. Эта песня хорошая, красивая, умная песня. Я первый раз сегодня получил от Вильчука то, что я хотел от него получить. Прекрасное исполнение, блестяще. Туз. Туз. Лена. Это круто. По музыке круто, по аранжировке круто, по всему. Круто спел Глеб. Никаких претензий нет. Мне хорошо, душевно. Знаете, в народе есть такое слово «люба». Вот и все, туз, все. Туз, люба, люба. Шансон – это упрощенная форма песни, в хорошем понимании. Французский шансон. Вы понимаете, что там? Там состояние души, очень доверительные слова, мягкая аккомпанирующая музыка. Это очень важно. Вот это важно иметь в виду, что шансон – это поэзия с аккомпанементом мягким, наверное, чтобы эту поэзию можно донести до человека. Тогда это шансон. Но шансоном песню назвать, которую пел Глеб, я не могу сказать, что я с этим согласен. Исполнение великолепное. Я не люблю этих слов, но оно великолепное.
яркая, сочная, мощная, добивает до всего. И видно большой потенциал. Мастер. Ты мастер. И ты не только заслуживаешь туза, ты заслуживаешь уже просто всенародного успеха, и он у тебя есть и должен быть всегда. Поздравляю. Конечно, туз. Туз. Александр Васильевич. Сегодня, наконец-то, прозвучало то, на что, так сказать, его голос и талант заточен. И я поставлю сегодня ему туза. 4 туза у Глеба Матвейчука.